Так, что тут какой план? Какой план? Не знаю, убиваем всех. Бежим на, убиваем всех. Потом бежим на Б, убиваем всех. Не, ну ставим бомбу на Б, да? Ну, вниз бежим, да. Не в окошечке. Я 12 убил. Я убил больше всех, поэтому мне дали бомбу. Нормальная видимость. Да. Чё, я готов световую кидать. А все гранаты, да, если? Да. Так, они вышли в коридор. А, не зарезал. Эх, не зарезал. А чё, 2 плюс 1, смотри, засчитали по 2 часа, что ли? Смотри, двухочковые. Ну да, что-то вас мало. Почему? Ну потому что у меня 6 очков, 2 убийства, 1 ассист. И за... Значит, или один трехочковый, один двухочковый, что ли? Ну, видимо, да. А гранат у всех есть? Все есть. Так, вышли в дальний дверь. Кидаю туда бомбу. А я что, 3 врагов одной гранатой взорвал? Я вообще не знаю. Я просто... кидал и все в мясо. Ну я тоже кинул туда потом. 5 ассистов. Пробегайте, там один, пробегайте. Там еще один. Я всех осветил, ослепил грамотно, да? Ну вообще всех. Ну вон, что, беги прямо. Рано огонь. Я посмотрю сейчас... дверь подогреть. Они сейчас все побегут через другую сторону. Он пришел через другую сторону и всех убил просто. Эйс! Чертило. Да он бы в любом случае через ту сторону пришел. Нет, он, видимо, первым бежал сюда и пошел в обход. Ага, в обход. Ни хрена себе ему в обход, и он так быстро пришел.
Даже если он бы с ножом бежал, это нереально. Это что за чертило такое? Обосрал просто всю статистику. Так я не знаю, что никто туда не смотрел. Я сидел спокойненько, вниз смотрел. Я чтобы... внизу сидел, он надо мной был. Просто всю статистику обосрал наш, нашу тактику и нас. Ладно, я тут буду сидеть. Просто обосрал. Ну, Юра, ты поздно сказал. Блин, ну да. Ну, шансы были хорошие. Хотя вдруг нас кто-нибудь еще обосрет. Ну, давайте сразу, ладно, дадим разминировать. Если мы быстро убиваем толпу, если остается там 1-2, то пусть разминируют. Ну да, надо. Надо тебя догонять опять. Вы что, вдвоем там? Неудачная позиция вдвоем. Дверь открылась, там два. Тихо, Файер кто кинул? Не успею. Пусть разминируют, если смогут. Так, я за ним слежу. Он разминирует. Второй где? Второй слинял. Нету. Там же в дверях убежал просто наверх. А я кого-то обогнал. Вот хорошо. Ставьте поближе к дверке тогда, чтобы они успевали. Чтобы он было ближе идти? Но... К дальней двери или к какой? Ну, которая открывается. Вот сейчас. Да, да. Какая? Главное, чтобы из окна видно. Ну да, из окна видно. Блин, у меня, смотрите, одна смерть, 70 очков и всего одна звезда. Как это? Ну, потому что ты нубло. Ой-ой-ой, сколько там. Бежим, бежим, бежим. Я зафлешил их. Ну, кто там убивает? Какой-то дубас с 300 очками. Используй все возможные способы, чтобы догнать. Молотов!
Че, даем разминировать или нет? А, понятно. Вот, Юра, ни себе, ни людям, да, бы лучше им разминировать, а то погиб позорно. Целых 3 бойца, это 9 очков, Юра, 9 очков. Ну, их 5 было, я думал, все-таки их спасу. Если бы 2-3 было, я бы дал им, конечно. А так 9 очков. А плюс ассисты еще можно перевернуть. А вы-то что сдохли? Я хотел их там убивать, как этих. Что, надо давать разминировать? Может, раунд. Давайте без фаера. Говорит, давайте без фаера. Не, я кинул, чтобы они... О, пидоры какие-то тут решили пойти все-таки. Чтобы они ко мне не зашли. На А идем ставить бомбу. Да, давай. Так они сами там сразу все вас встретят. Ну и пофиг. Мне вот здесь легко. Ставь на, ставь на они. О, блять. И там тоже все, да? Проиграли. Я свою задачу выполнил, я забежал, их ослепил, поставил бомбу, и они вышли, меня расстреляли. Надо вниз идти. Там все норм, там как раз толпа, их можно заходить сразу там, расстреливать, ставить бомбу и уходить. Проигрывай, проигрывай. Проигрывай. Ну я видел, что он заходил там. Но не слышал. Какой-то он нервный. Сработано чисто и гладко. Крас. Ты грамотно бомбу поставил. Ценой своей жизни. Так а сколько там это очков дали за то, что мы их там покрошили всех? По 2 или по 3? По 2. Мало. По 2. Мы же не поставили бомбу. Все чисто, чисто. Ты на вышку ходишь? Я уже там. Так, они должны разминировать. Все, я отошел, пусть разминируют. Ну кто его убил? Андрей, зачем убивал?
Юра зря начал стрелять, он почти разминировал бомбу, он хоп стрел стрелять, и тот отходит, и его убивают. Че, я ошибся, да? О, Юра, ну да, ты вообще мешок. Буквально там 2 секунды подождал бы, он бы доминировал бомбу. А он очканул, типа, и пошел стрелять в ответ. Сюда ставить, чтобы он нас не видел отсюда. Блин, раунд. Все, валим, валим. Куда ты кинул огонь? Чтобы они через другую дверь не пытались зайти, а сразу шли к бомбе напрямую. Ну что, они идут? А, разминируют, да? Чистая работа. Спецназ победил, не убедив ни одного террориста. Чистая работа, пацаны. Здесь даже быстрее и интереснее, да? Раунд. Вообще замес такой чем, начинается. Чем трейн, да? Нет, чем на Б ходить. Так, сейчас они выйдут за туда. Да, вышли, да, убили. Они просто не на башку сидели. Так, я ухожу, я ухожу. Я ушел. Так, у вас 168 очков, у меня 165. Ой, 167. Там 2 очка, 2 очка. У вас 173, а у меня 179. Так, этот раунд выиграем. Куда идем? Можно так же. Опять так же. Поставил бомбу, спрятался, и они там... Главное, надо поставить только с другой стороны, чтобы они в крысу не разминировали. Просто, слышишь, кто-то из вас сидит, я выслушаю. Сверху прыгают. Ну мы красавцы, да? $377, да? Да, $377.